О тарифах за коммунальные услуги с начала этого года говорят все. Президент Путин на встрече с профильным министром высказал свое возмущение. Многие региональные чиновники от ЖКХ в регионах страны потеряли свои посты. В Чувашии до отставок не дошло, но ситуацию с платежами мониторят постоянно. За качеством оказания услуг горячего водоснабжения и отопления следят Госжилинспекция, Минстрой Республики и другие ведомства. Нарушения имеются. По некоторым управляющим компаниям рост тарифов составил 30%. О том, как осуществляется мониторинг тарифов за коммунальные услуги, говорили сегодня на еженедельном совещании главы республики с членами правительства. Крутим. С 1 января этого года в Чувашии были установлены новые тарифы на горячую воду. Стоимость куба горячей воды стала зависеть от типа системы теплоснабжения, функционирующей в конкретном многоквартирном доме, открытой или закрытой. В квитанциях за услуги ЖКХ в строчках «Отопление» и «Горячая вода» появились суммы, которые превышают прежние платежи. Данные изменения существенно отразились на оплате жилищно-коммунальных услуг в 1212 многоквартирных домов, это по городу Чебоксары, что составляет практически 49% от общего количества многоквартирных домов города, и 521 многоквартирном доме города Новочебоксарска, то есть практически 97% от числа многоквартирных домов города Новочебоксарска. С учетом принятых решений по пересмотру тарифов на тепловую энергию и горячую воду, размер совокупной платы граждан за коммунальные услуги для населения города Чебоксар в 2013 году увеличился в среднем на 4-5%. Для населения города Новочебоксарска уменьшился в среднем на 2-3% по отношению к декабрю 2012 года. 1 марта Кабинет министров республики принял решение о приостановлении действия двухкомпонентных тарифов за горячую воду. Тем, кто уже успел оплатить по новым тарифам, управляющие организации сделают перерасчет. В результате приостановления действия новых тарифов размер платежей граждан, проживающих в городах Чебоксары за коммунальные услуги в первом полугодии 2013 года по отношению к декабрю 2012 года останется без изменений. Для населения города Новочебоксарска размер платежей уменьшится в среднем на 3-4% в связи со сменой с января 2013 года поставщика тепловой энергии. В то же время в январе текущего года по 312 многоквартирных домам города Чебоксары на изменение платы за коммунальные услуги повлияла корректировка платы за отопление по итогам 2012 года. Из них по 170 многоквартирным домам произведен возврат в размере 26 миллионов рублей, по 142 многоквартирным домам произведено доначисление в сумме 13 миллионов рублей. Но многие управляющие компании допускают грубые нарушения при начислении и доначислении платежей. Поэтому мониторинг тарифов за коммунальные услуги будет продолжен. Затем, чтобы перерасчеты были сделаны правильно, должны следить не только управляющие компании, но и сами жители многоквартирных домов, отметил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. И в Госжилинспекцию за 2 месяца уже поступило более 1000 обращений от граждан. Мы принять соответствующие меры превентивного характера для того, чтобы вытеснить с рынка недобросовестных должностных лиц, которые управляют этими управляющими компаниями. Давайте осуществляйте проверки и публично рассказывайте о безобразиях населению, о положительных моментах тоже надо рассказывать. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.